Грузинские регбисты прибыли на родину. Сейчас сборная страны находится в резиденции Михаила Саакашвили, который выразил желание лично поздравить спортсменов с победой. На месте работает наш корреспондент София Тетрадзе. София, закончилась ли встреча президента со спортсменами? Нет, Артем, встреча еще не завершилась, однако Михаил Саакашвили уже поздравил грузинских регбистов с победой и наградил их орденами чести. По словам Михаила Саакашвили, грузинская сборная по регби достигла значительных результатов, однако этот вид спорта должен развиваться и дальше. Но для этого необходима поддержка правительства. Михаил Саакашвили пообещал, что грузинские регбисты одержат солидные денежные премии. Он также подписал указ о программе развития регби, который был разработан Министерством культуры Грузии. В соответствии с ним уже в ближайшем будущем во всех крупных городах страны будут построены специальные стадионы для регби, что послужит еще большему развитию этого вида спорта в Грузии. От всего сердца хочу поздравить вас с победой. Мы собрались здесь не только для того, чтобы поздравить вас, но и для того, чтобы отметить ваш успех. Перед тем, как я подпишу указ, касающийся развития регби, хочу поблагодарить Ираклия Абусаридзе. В одном интервью он заявил, что посвятил победу погибшим солдатам. Я не хочу смешивать спорт с политикой, но вчера вечером ни один из российских телеканалов не сообщил о победе грузинской команды. Мы же должны идти вперед. Этот вид спорта должен развиваться. Без помощи правительства это невозможно. Мы построим стадионы не только в Тбилиси, но и в больших городах Грузии. Этот вид спорта будет школьной дисциплиной. У нас есть проблема, в Грузии не проводятся командные чемпионаты. Каждый из вас играет в разных странах. Нам нужны турниры. Летом в Батуми мы проведем командный турнир среди черноморских стран. До конца года построим стадионы и создадим школьные лиги. Вам будут переданы денежные премии. Хотя то, что вы сделали вчера, бесценно. По словам грузинских регбистов, их победа была бы невозможной без поддержки грузинских болельщиков. Регби – один из самых популярных видов спорта в Грузии. Об этом говорит и тот факт, что накануне игры в Трабзон прибыло около 5000 грузинских болельщиков. А те, кому уже не удалось отправиться в Турцию, наблюдали за ходом матча на больших экранах, которые были установлены во дворце спорта, в различных клубах столицы, а также в других крупных городах страны. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что вместе с грузинскими регбистами торжествовала вся Грузия. Артем? Спасибо, София.